Чё как, с вами Камрад. Сегодня я решил не снимать живую часть для этого ролика. Поэтому вы будете слушать мой монотонный голос, весь хронометраж. Если вы смотрели старый комедийный фильм «Маска» с Джимом Керри в главной роли, то многие заметили, на каких мультах авторы делали референсы. Многие из вас знают наверняка, но для меня это стало открытием, заставившей изучить работы и истории деятельности самого режиссера-аниматора Текс Эйвери, друзья. Фредерик Бин Текс Эйвери пришел в анимацию еще на студии Уолтера Ланса во время работы над кроликом Освальдом, тогда еще в качестве штатного аниматора. На должности режиссера он дорос на той же студии, выпустив за тот период пока еще две картины. Как человек, он был потешливым и часто любил дурачиться в свободное от работы время. Однажды это вышло ему боком, и тот частично потерял зрение от попадания в левый глаз канцелярской скрепки, запущенной Чарльзом Хастингом. Но этот недуг неожиданно пошел ему на пользу в том плане, что у Текса возникло свое уникальное видение вещей. На анимации это тоже сказалось, состав собственное причудливое направление, не лишенное чувства самоиронии. В конце 1935 года Текс Эйвери перешел на студию Леона Шлезингера, выполнявшую по заказам Warner Brothers анимационные короткометражки. Текс поставил условие назначить его главным руководителем подразделения аниматоров, с набором в кадры своих друзей, в числе которых были Боб Клампет и Чак Джонс, он же вместе с Клампетом, Джонсом и пришедшим на студию позднее Фрэнком Ташлиным и Робертом МакКимсоном продолжили дальнейший выпуск тогда еще в черно-белом цвете пародийного диснеевского цикла «Веселые мелодии» и «Луни Тюнс». Эти мультфильмы были запущены для студии Леона Шлезингера, Рудольфом Айзингом и Хью Харманом в начале того десятилетия. После формирования команды стали создаваться новые фильмы и персонажи, заменяя придуманных героев тандемом Харман-Айзинг в лице Боско и Фокси. В итоге новыми героями стали заикающийся Порки Пик, неуправляемый Даффи Дак и небезызвестный Бакс Банни, придуманный Эйвери и МакКимсоном, а его фирменная фраза «В чем дело, док?» как раз перешла из уст Эйвери со времен школьной скамьи в его родном штате Техас. В стенах Warner Brothers Текс Эйвери поработал недолго, несмотря на продолжение формирования команды создателей «Безумных мотивщиков». Работа над эпизодом «Неугомонный кролик» и конфликт со Шлезингером из-за цензуры окончательно поставили крест над дальнейшим сотрудничеством и следующими работами. Пару месяцев спустя, после запуска для Paramount цикла «Говоря о животных», он окончательно раскрывает весь свой творческий потенциал в другой студии, у которой до начала 30-х годов в плане выпуска анимации было все плачевно, и выполняла для такой продукции лишь функцию дистрибьютора, и многие из вас догадались, о чем пойдет речь. 2 сентября 1941 года Текс Эйвери подписывает 5-летний контракт с MGM на производство анимации. Как он и сам признавался, что тот нисколько не скучает по Луни Тюнс, ведь работа на MGM была гораздо лучше во всех отношениях, да и люди были такие же замечательные. С этим было нетрудно согласиться. Начальство студии в лице Луиса Би Майера и Фреда Квимби обратно вернули Хью Хармана и Рудольфа Айзинга для создания своих работ, а запустившийся в начале тех же 40-х цикл о Томми и Джерри от Билла Ханны и Джо Барбере только подкрепил рассвет подразделения студии и дальнейшую прибыль от анимации. Звучит неплохо, согласны? На базе пластичного диснеевского визуала разворачиваются безумные сюжеты с максимальной концентрацией юмора, переходящие все границы и даже работавшего вовсю кодекса Хейса, а заодно подарив американской анимации не менее запоминающиеся образы героев, хотя сама студия не встречала такого энтузиазма. Эйвери уже зарекомендовал себя как самого талантливого режиссера с различными приемами одушевления и гэгами. В одних случаях его работы были наивными, в других же — сокрушающе смешными. И почти каждый сольник не был похож на предыдущий. Ну почти. В стенах MGM было создано 60 анимационных коротышей, содержавшие не только пародии, погони и трюки, но и даже злободневные темы. Свой старт он начал в 1942 году мультиком «Блицвульф», сделав смесь из диснеевской короткометражки про три поросенка и пародию на Гитлера в военную юмористическую пропаганду, за что данный образчик, помимо включения в список 100 лучших анимационных фильмов, заслуженно словил и номинацию на Оскар. Чуть позже тот же волчара будет мелькать и в других работах, в частности, где будет появляться объект его вожделения. Горячая красная шапочка, с различными вариациями. Понятно, откуда ноги у Джессики Рэббит растут. А какая может быть реакция на такую красотку? Правильно, неуправляемая. Ну посмотрите сами, вы все поймете. With a bit of stimulation, I'd be a great sensation. I'd even be your little consolation. I see their father. Год спустя на экранах зрители увидели чокнутую белку, полную противоположность диснеевским грызунам и унылого, но спокойного пса Друппи, чьи способности оппоненты не воспринимают всерьез, из-за чего те постоянно проигрывали. Возвращаясь обратно к горящей красной шапочке, взрослый может спокойно увидеть парочку откровенных намеков, но история с цензурой той ленты была довольно мутной, что было только на руку Эйвери. Да и сам он любил создавать такие секс-символы.
Все-таки у него был талант, как и у его аниматоров Клода Смита и Престона Блэра, под видом вроде бы безобидной анимации прятать непристойные и взрослые идеи, дабы развлечь и взрослую аудиторию. Однако такие вот ленты не увидишь в программах телевидения. Но вот раньше, вдумайтесь, это показывали в кинотеатрах. Ныне некоторые эпизоды для показов были перемонтированы или же недопущены к телепоказам в оригинальном или же восстановленном варианте. Ближе к началу 50-х годов сюжетная составляющая его мультов сохранилась, как и трюки, но вот визуальная составляющая уже уходила в стилистику студии United Pictures of America, или UPA. Текс успел оживить машины и самолеты, опередив на несколько десятилетий Disney Pixar, и поиграть в футурологов, показав в своих картинах автомобили, фермы, телевизоры и даже дома со всеми приблудами завтрашнего дня. Тут он хорошо попал с телевидением и мультиваркой, кое техника есть, считайте, практически у каждого современного обывателя. В 1953 году он окончательно уходит из MGM и возвращается обратно к Уолтеру Лансу на его вновь открытую студию. Там же он снимает несколько коротышей и «Безумную собачью путаницу» и запускает цикл про пингвиненка Чили Вилли, в частности срежиссировав серию «Легенда мыса Ракабай». В чем была заслуга Текса Эйвери в анимации? Начнем, пожалуй, с трюкового стиля. Его визуальные и словесные каламбуры достигли вершины еще в 1939 году на студии Warner Bros. Страсть к невероятным трюкам заражала и заряжала всех. Вероятно, лучшие гэги он самостоятельно придумывал, но при этом побуждал сценаристов к максимальной фантазии. И разумеется, позже эстафету подхватят и другие аниматоры, сценаристы и режиссеры, работавшие над Looney Tunes, вплоть до закрытия подразделения в 1960-е годы. А что там по шуткам и ситуациям? О, ребят, это что-то! В этом он очень хорошо преуспел в своих фильмах, чей выпуск производился на студии MGM. Заставить изголодавшихся стервятников сожрать друг друга? Пожалуйста. Увеличиться за счет употребления ускорителя роста для растений? Да без проблем. Спародировать или вывернуть наизнанки прочие жанры и даже историю? Да захлебнись ты чернилами с красками! Второе. Введение быстрого темпа-ритма. Ранние мульты Looney Tunes, как было сказано выше, пародировали Disney. И студия Леона Шлезингера не была первой в этом вопросе, делав ставку на это. Но Текс хотел развития в сторону комедии, причем более сумасшедшей и абсурдной, что в итоге и случилось в дальнейшем. Так, после прихода в MGM, темпа-ритм, как и гэги, отлично перешли к сериям про Тома и Джерри. Причем насилие не особо интересовало Текса Эйвери, его интересовал юмор. Третье. Игнорирование цензуры. Если обратить внимание на кодекс Хейса, то в нем можно было заметить ограничение на использование в лентах секса и даже прямого намека на него. Ребят, мне говорить о том, что в те времена анимация не была детской забавой, м? Одним из успехов «Горячей красной шапочки» стал и тот факт, что персонаж понравился солдатам во время Второй мировой войны. Но, увы, карьера у Текса закончилась очень внезапно. Из последних работ Эйвери также можно отнести создание рекламы и написание сценариев и шуток для сериала «Quickly Koala» от Ханна-Барбара, и это несмотря на непрекращающуюся депрессию на протяжении всего десятилетия. А 26 августа 1980 года он скончался в госпитале Святого Иосифа в Бёрбанке от рака легких, чей диагноз развития этой болезни был поставлен врачами еще за год до его смерти. Текс Эйвери оставил после себя очень внушительную фильмографию, где работы по большей части были странными, но оттого интересными. Сочетание детской зрелищности и взрослых подтекстов делает его анимацию по-настоящему универсальной для любой аудитории. Он уже стал гарантом отличного юмора и хорошего настроения на целый день. Для него мультяшки были пластилином, отличным материалом для всякого рода взаимодействий, и что бы ни происходило с героем, ему будет до лампочки. Если бы у Текса Эйвери был свой манифест аниматора, то в нем было бы только два пункта. В анимации можно все, и в анимации я бог. Манифеста нет, но сама идея оказалась хорошо востребованной и рабочей. А влияние его творчества многие зрители увидят и в других проектах в 80-е, 90-е и даже в нулевые. Дамы и господа, мы вынуждены закончить этот мультфильм. Мы выпили весь реквизит. Спокойной ночи. На сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вот такие дела. Не скучайте.